выросшие и воспитанные в духе ислама, на историях и жизни благочестивых людей обрело залог успеха в обоих мирах. Ведь Аллах Всевышний дает невидимые силы, которые ободряют сердца тех, кто проявляет усердие на его пути. И в любые времена в жизни таких людей всегда есть место подвигу. На самом деле, без гражданского подвига, без нашей жертвенности, Всевышний Аллах не сделает нас причиной оживления Его книги, сунна Его пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для раскрытия человеческих сердец. Ислам, наша с вами вера ислам, способна очистить погрязшее в бездуховности общество и вернуть его к высоким гуманистическим нравственным ценностям. И сейчас я с удовольствием объявляю следующий мунаджат в исполнении моего соведущего Рината Фасхудинова. Sen kıyamet gün hocası sine al.